Други мои, всем привет! Рахмет что? Отозвались на мой призыв, подсказали, какое оборудование, как и все. Обратился вот. Батанов, Казахстан. Обратился по заточке, по вашей рекомендации. Нашел, правда, как бритва по цене, я говорю. Вообще шикардос, посмотрите тут как он, прошито, все запломбировано. О. Ну, и распаковочка, да, распаковочка, так, тут какие-то вот, о, посмотрите, это по-моему вот, специально, чтобы не погнуть ничего. Так, штанга или как она там называется. Точильных по делах мы еще не этот. Опа. Все, посмотрите, пенопласт там проложено. Обалдеть. Так. Вот какая-то запчасть. Пенопласт, смотрите, прям на упаковку не пожалели. Чтобы вот имели представление, посмотрите, да? Коробочка пустая. Все, уносим в сторонку. Так, друзья мои, ну вот посмотрите, вот такая вот упаковочка. У меня вот эта вещь прям заинтриговала. Тяжеленная. О, кстати, по его тоже душу вот это оборудование приехало. Будем точиться. Вот почему, вот это сама станина, по всей видимости, опа-на, посмотрите под пленочкой, как бритва, ё-моё, сейчас все покажу, блин, посмотрите, я не знаю, Мне уже нравится. Так раз, добротно, все четко. Хоп. Раз. Так, друзья мои, вот посмотрите. Я обзоры, правда, не умею делать, но тем не менее, вот посмотрите, вот такую вот я приблуду получил. Но, друзья мои, посмешных выводов и делать ничего скоропорительного делать не будем. Пока сейчас не соберу и не запущу. Будьте с нами. Да, кстати, я сразу скажу, что на рынке я промониторил. Спасибо моим подписчикам, действительно подсказали. Это самое бюджетное, самое дешевое. Из аналога дешевое. Пакетик вот с бумажкой. Сейчас, наверное, все-таки начну с инструкции. Блин, ну посмотрите, вообще... Конечно, качество, тут все, какие-то планки, манки, шманки, о, обалденно. Так, друзья мои, вот в такой комплектации мне пришло, так, я вот теперь разобрался, видите, маркировка губок 4, тут 1, 2, 3, 4, 5, Здесь 6, да? 7. 1, 2, 3, 4, 7. С углом. Здесь вот 5. Ну вот, разница вот этих губок. Вот посмотрите, здесь с наклоном. Это вот губки наклонные, видите? В общем, с мозгами можно разобраться, проблем нету. Во. Кому интересно будет, да.
Не навязываю, ни реклама, ничего. Вот такие брусочки. Я попросил подобрать мне минимальное, но в общем по цене устроило. Я не знаю, снизу не заглянул. Да тут все. Что там заглядывать? Опа! Ограничитель. А тут где ограничитель? Вниз вот. Там до болта дошел. Здесь вот это и, наверное, уперся. О, вот это и балалайкой. О! Все работает. Кстати, вот это вот, я вам скажу, мне было очень приятно. Вот это мне в этот, как его, ну вот это лупа или как правильно, я вот это не заказывал, а то, тут мне говорят, что это как подарок пошло или что. Фонарь зачем, не могу понять. Подожди, ё-моё, всё наоборот оказывается, ёлки-палки. Вот где собака порылась, ай-яй-яй. Теперь я ножичек-то вижу, о. Опа, а где мой? Игрушку прислали, молодцы. Так, Евгений, привет. Методом проб и ошибок. Нифига себе, у меня на моем любимчике, я не знаю, это после вчерашнего или как, он умудряется резать еще. Вы представляете? Вот тут вот, на нем ничего не видно, да, сейчас? А я вам скажу, что вот отсюда, вот. До сюда нету там никакой кромки. Как он резал, я вообще не могу понять. Как он... Или это мне просто... Други моя, все понятно. Это мне мой заточник. Змей Пархатый. У меня вот здесь был раньше скол. И он, в общем, кромку вот отсюда сделал. Представляете, вот так идет-идет, здесь даже глазу не видно, чик, и дальше продолжается. Ух! Мясо что-то захотелось. Мясо. На кости, как там новомодный топорик. Стейк, рибай. Короче, не знаю вот эти новомодные названия, но во. Други мои, всем привет. Что, шепот? Что, утро, мясо. Сейчас приготовлю и набубенюсь. Посмотрите, вот такой вот кусочек. Как новомодные они. Да ну их, баню. Так. Вот смотрите, он у меня просто вылежался, да, я ничего не делал. Ни соль, ни перец. Опа. Посмотрите, а вот тут у меня чуть-чуть обработка хроманула. Скоро сделаю обзор.
Точилку я все взял. Спасибо, мужики. Реально. Реально спасибо за подсказку. Обзор сделаю. Точилка, правда. Вот я почему изначально ее не показывал. Только из-за того, чтобы самому попробовать, чтобы, не дай бог, что-то впарить или показать людям. Работает вообще. Блин, обалдеть. Посмотрите. Отлетает он. Ох, ё-моё. Сейчас протру. Вот у меня есть вот такая приблуда. Я просто хочу. Вот посмотрите, я этот кусок не солил. Ничего. Вот такой вот кусочек мясца. Красота, да? У меня он лимончик вынес на улицу, начал листочки дал. А тут вообще елечка такая. У меня вот еще одна елечка. Вообще шикардос. Краса. Все, други мои, сейчас огонь, вода, да. Мы с нашим Батырычем, так, там у меня вот немножко осталось, здесь вот дополню мешочек. Еще раз я вот покажу, какая классная упаковочка. Берешь просто, хоп, за ниточку потянул, и дверка открылась. Здесь, пока там расцвет идет, ой, поотдохнуть, блин, я вообще не знаю. Кайф. Надо уметь и учитесь, да, наслаждаться жизнью. О, этот сейчас запрыгнет. Это такой. Колеси мой. Так, ладно, сейчас некогда наслаждаться. Вначале надо подготовить сейчас угольки. Как я вот говорю, у меня Батырыч здесь был в пакете. Трохи был. И добавим свеженького тоже. Чтоб никто не уволок. Дымовушка, будьте с нами. Организовал такой себе вот шикардос. Полотенечко сделал. И, блин, классно во дворе. Лежу в прохладе. А вон там у меня, посмотри, все дымит, все парит. Там он основной татафон. Я вот думаю, вот с этих новомодных, вот это вот, не знаю, чья это фишка, потрубать эти кости, они нужны только для чего? Для... Совершенно верно. Для навара в бульоне. А здесь я не знаю. Раз. Приделяем. Почему такое большое пространство? Потом узнаем. Знаете. На такой кусочек мяса. Столько угольков. Также берем вот эту вот мою сеточку в эту сторону. Пазы. Опачки.
Ну что, други мои, погнали наши городских. Мясо, 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 мясо. Посмотрите, какой цвет мяса. Сейчас покажу. Берем, переворачиваем. Так, я опять неправильно положил. Ёлки-палки. Сейчас сниму. Знаете? Посмотрите, ставим эту сторону тоже. Так, также переворачиваем на эту сторону. Други мои, после того, как мы запечатали этот кусочек мяса со всех сторон, чтобы у него была как бы приемлемая форма, для этих целей он делался. Посмотрите на срезе. Блин, я не знаю, сейчас цвет как, ё-моё, но мясо, ё-моё, я говорю, я вот не знаю, люблю нюхать, обалденное мясо. Так, нарезаю. Нарезаю, смотрите, порционные кусочки. Посмотрите, какая красота. Их. Сейчас еще сниму. Обратите внимание, как проходит ножичек сквозь мясо. Это вообще обалдеть. Вот смотрите, движением. Он у меня только с заточки. Стульчик ходит, конечно. Но сейчас. Это делу не помеха. Сегодня захотел просто мясо. Без никаких этих добавок, как правильно, специй, перцев, мерцев, всего прочего. Посмотрите, промежуточный этап. Ух, красота какая. Так, сейчас я тоже эти стороны чик-чик запечатаю, чтобы они формочку имели. Люблю повеселиться, особенно поесть. Супер. Мясо, оно и в Африке мясо. Будьте с нами. Еще горячо. Сейчас я вам тут покажу такие мясо такое. Ой. По-моему, шикардос. Блин, я не знаю. Камера запахи не передает. Здесь вот мясо у меня. О, слушайте, други мои, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь кусков. Счастливый номер, блин, обалдеть. Сразу выкладываем, вот смотрите, курдючок. Ранее было мной приготовлен. Берем вот этот кусочек, сверху опять курдючок. Так, суперски. Так, это уже не пойдет. Раз, два,
Оп. И в сторонку. И так остальные пошли. Видите, да, какая красота? Ух. Его увлажнить и доготовить. Вот там курдючок снизу. Сверху вот еще курдючок. И заматываем. Все, процесс пошел, господа. Слышите шум? Все шипит. Все четко. В процессе готовочки мы переворачиваем. Ну, там все печется. С жирком будет. Эх. Кручу, кручу. Всю прелесть передать хочу. Все тут парится, марится, у меня все нормально. Други мои, ну что, момент истины. Так, а что, давайте я сейчас пока один себе возьму. Да, любой. Такой, ой-ой-ой, любой. Любой. Посмотрите, что там с любым. Сейчас сок покажу. Ох, любой. Любой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Посмотрите, любой. Вот это курдючок. Ой-ой-ой, какая сочность, посмотрите, я не знаю. Ой-ой-ой, сейчас рубим. Другие мои, я вот правда так и не знаю, зачем вот эту вот кость всегда, или ее для веса одевают, или что. Ну, мясо оно и... Вон у меня эйка, вот видите, вот тоже. Не хочет. Так, ну что, нарежем. Вот посмотрите, что мы имеем. Опачки, опачки, ё-моё, супер. Блин, вот нету этот, как вот этот помощник, и кто там, чтобы снимали. Ну, сейчас я все покажу. Так, я вот так вот чуть-чуть придавлю мясо. Сейчас сок покажу. Сочность мяса, вот, посмотрите, вот она. Вот. Я, видите, как-то тяжело одному. Но, тем не менее, я... Говорил, что я вот не солил это мясо специально. Я хочу без всяких специй это мясо попробовать. И еще у меня здесь есть вот гранатовый сок. Это от Мехмеда с Турции. Вообще шикардос такая вещь. Ну а теперь... Традиционная дегустация, да, господа? Я вот посмотрите, ой, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Обалдеть. Никакой вам мраморной там не надо, ничего. Посмотрите. О, кошечка тоже плачет. На. Не знаю, показал, нет. Вот посмотрите, вот мяско. Где камера? Вот видите, сок, видите, да? Вот сколько лежит оно. Нет.
Ням-ням-ням-ням. Чистое мясо. Никакое не это, не мраморное, нет. Обычная наша корова. Made in Kazakhstan. Даешь чуть-чуть курдючка. Курдючок. Жирок делает свое дело. Будьте с нами. Алга Казахстан. Ставим лайки, майки, драйки. Настоящая мужская кухня. Вот еще вот такую вилку. Ножичек. Вообще шикарно. Вот курдючок. Видите, сюда добавил. Это настоящий завтрак деревенский. Супер! И такую красоту я понес в дом теперь. Расскажу я вам секрет. Вот есть мясо. Вот смотрите, вот есть мясо, да? И вот его нет. Камера включена. А кому сейчас легко? На этой диете белковой.